Всем привет, вы на канале Ростиксона, и сегодня мы поговорим про монету Celsius на бирже Gate.io. Подробно разберем данную монету и как же ее все-таки купить. Но перед началом хотел бы поделиться с вами телеграм-каналом Ростика. Там много всего интересного, много разных конкурсов и розыгрышей, а также там много полезной информации, которую вы не найдете на YouTube-канале. Ссылка будет в описании. Также в описании видео есть регистрационная ссылка на Gate.io, при которой вы получите вечную 20% скидку на торговые комиссии. А если у вас большие торги, то тогда вы действительно будете экономить приличные суммы. Например, со $100, затраченных на комиссию, $20 будет экономии, а с $1000, затраченных на комиссию, целых $200 экономии. Как по мне, это очень неплохой бонус. Итак, Gate.io — это криптовалютная биржа, работающая на рынке с осени 2017 года. Биржа предлагает клиентам солидный выбор альткоинов и ориентируется на трейдеров из англоязычных и азиатских стран. Gate входит в топ криптовалютных бирж. Теперь разберем саму монету. Celsius – это универсальная платформа банковских и финансовых услуг для пользователей криптовалют. Она запущена в июне 2018 года и предлагает вознаграждение за депонирование криптовалюты, а также предоставляет такие услуги, как займы и платежи через кошельки. Пользователи платформы получают регулярные выплаты и проценты на свои активы. Собственный токен Celsius выполняет множество внутренних функций, среди которых повышение пользовательских выплат при использовании CEL в качестве валюты платежа. Кто создал монету Celsius? Изначально Celsius возник как продукт создателей Алекса Машинского и Даниэля Леона в 2017 году. Машинский имеет длительный опыт в сфере развития интернета. Он работал над созданием протокола передачи голоса по интернету в 1990-х годах и позже над другими интернет-технологиями. Celsius далеко не первое корпоративное предприятие Машинского. На его имя было зарегистрировано 7 стартапов из 35 патентов, говорится на официальном сайте проекта. Соучредитель и главный операционный директор Дэниел Леон имеет опыт развития стартапов с начальной стадии. В числе его предыдущих позиций – должность SEO Atlas Labs – приложение для социальных рекомендаций и исследований, которое использует рефералы пользователей в реальном времени. Сейчас у Celsius большая команда основных сотрудников – технических разработчиков и советников с опытом работы в различных сферах. Что особенного в данной монете? Celsius стремится превзойти банки в их собственной игре, предлагая финансовые услуги на условиях, которые традиционные финансовые учреждения больше не представляют. К ним относятся гораздо более высокие проценты прибыли по сбережениям и депозитам, существенно более простые и справедливые требования при выдаче кредитов и автоматические вознаграждения, которые рассчитываются для каждого пользователя алгоритмически. Помимо этого, отсутствуют штрафы и банковские сборы. Платформа также функционирует как кошелек при помощи функции CelPay и имеет собственный токен Cel, который пользователи могут использовать среди прочего для увеличения суммы выплат. Как коммерческая компания, Celsius получает часть прибыли на выплату процентов, возвращая 80% от нее самим пользователям. Компания также предоставляет займы институциональным организациям, таким как хедж-фонды. Платежи гарантированы тем, что займы обеспечиваются активами, и любой заемщик должен предоставить актив свыше 100% суммы займа в валюте назначения. Сколько монет Celsius находится в обращении? Собственный токен Celsius, CEL, он выполняет ряд пользовательских функций и свободно продается за пределами платформы. Максимальное оборотное предложение CEL составляет 695 658 161 токен, 76% из которых находятся в обращении, а 24% заблокированы в соответствии с графиком, изложенным в технической литературе проекта. CEL провела первичное предложение монет в мае 2018 года. На предварительную продажу и краудсейл ушло 50% запаса токенов, 27% из которых пошли в бюджет, 19% команде и 2% партнерам и рекламодателям. CEL – это токен стандарта ERC-20 на базе эфириума. Как обеспечивается безопасность сети Celsius? Celsius использует модифицированный алгоритм доказательства доли владения для своего токена, в то время как более широкие процедуры обеспечения безопасности изложены в специальной презентации в июне 2020 года, которая все еще доступна на веб-сайте компании. Как и в случае любого кошелька, ориентированного на клиента, существуют риски кражи в результате атак,
Например, подмены сим-карты, если сами пользователи не используют адекватные средства защиты, такие как двухфакторная аутентификация. Теперь разберем, как купить данную монету на бирже Gate.io. Итак, регистрируемся по ссылке в описании, пополняем депозит, сделать это можно следующим образом, наводим на кошелек, далее депозит, выбираем нужную нам монету и готово. Так, теперь переходим во вкладку трейдинг, далее спотовая торговля и в строке поиска вписываем название монеты. У нас это монета Celsius, в поиске монет пишем CEL. И начинаем, собственно, делать свои сделки. Также можем посмотреть график данной монеты. На данный момент цена монеты составляет более 44 рублей, с суточным объемом торгов более 109 миллионов рублей. На этом наше видео подходит к концу. Не забывайте подписываться на телеграм-канал, там реально много всего интересного. Ну а если же вам понравилось, то ставьте лайки и подписывайтесь. А также не забывайте про комментарии. Всем удачи и до новых встреч!